Артемка. О, Артем, привет. Сегодня на игре будешь какой? Что сегодня за игра какая-то? Родились в Минске? Нет. Сколько лет? 21. Ты что, гимнастка? Нет. Будете ли на учебной неделе на бюджете? Да, я уже отвечала на этот вопрос. Привет. Привет всем. Быстро родовое тело планирование семьи. Нравится быть акушеркой? Да. Работать в роддоме? Маша, привет. Ростяшка, Денис, спасибо за розочку. И за лайки. Вы поступали после 11-го. Женя, спасибо за лайки. Привет, привет. Маш, как дела у тебя? Ты там еще за ребеночком не собираешься? Валя, привет. Я живу на Близкого 12. Класс. Вы коренная меджанка? Нет. Из какого города? Женя, я вижу твои сообщения. Женя, ты там вела эфир, у тебя было 3 человека или что? Собираюсь. Может, уже? Или еще нет? Какой у тебя город? Я сама с Радушкович. На какой улице? Бельского? В каком отделении патологии? Блин, мне нужно сейчас пойти взять у себя кровь. Наверное, я не знаю, куда я выйду в эфир еще. Может, кто хочет оставить туфельку, у меня цель. Ой, Ярш, привет. 777. Сколько лет? 21. Сколько время? Ой, Ася. Спасибо. Надо на тебя подписаться. Ты сегодня первая, кто исполнил мои цели. Спасибо большое. Кем работаешь? Акушеркой. Спасибо большое. Сколько лет? 2 года. Не знаю, такого языка, конечно. Блин, так мне хочется уходить с эфира, но мне нужно работать. И, конечно, вероятно, через полчаса, наверное, так и сделаю. Брови. Если после 9-го колледжа начать на дело, потом уж кому-то с блогом, кстати. Честно, я не знаю, надо смотреть, разбираться там что-то. В процедурке, да. Там взяли, какую работу желаешь. В смысле, какую работу желаю? Мне сейчас хорошо работается. Сколько лет? 3 года. 3 года. Ты гель заказала? Нет. Мне устраивает какой-то вот этот гель нормально. Я решила его не заказывать. Я нашла там какой-то такой в кружочке. Гель для бровей. Тоже в ТикТоке увидела. Вы мистер-акушерка. Так я хотела. Привет. Блин, что-то знакомое очень. Озан, который. Или Зан.
Да, капустка, они тоже классные. Ну, да, вот. Я хочу попробовать его заказать. Спасибо за подписки. Занято. Что? Виталик, приветик. Как дела? Очень классно. У вас привет, топ фейс. Так, если зайду через полчаса, вы придете все? Вы придете все обратно? Все, почему мне тоже все супер? А, занято. Очень плохо читается. Спасибо большое. Даник. Где работаешь во втором роддоме? На Риту. На какую Риту? Я старалась. Занята. Ты кто? Ты врач? Нет, я акушерка. Очень знакома у тебя. Ой, Виталик, спасибо за подписку. Какой город Минск? Так, короче, блин, я прощаюсь с вами. Через полчаса, надеюсь, вернусь обратно. Артём, привет, привет. Блин, я уже ухожу. Хотя, в принципе, можно ставить телефон, но я с вами разговаривать не буду.